Этот двор на Маяковской улице имеет особое значение для Инны Монастырской. Ведь именно здесь прошло ее детство. Теперь она пришла сюда уже как депутат Совета депутатов, чтобы вместе с представителями комбината по благоустройству оценить качество реконструкции детской площадки. Это инициатива жителей, которую поддержал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, а также глава города Дмитрий Владимирович Волошин. Прекраснейший двор, поговорили с жителями, очень довольны. И мне особенно приятно, так как это двор, в котором я выросла, приятно, что этот двор так преобразился со времен моего детства. Новая площадка была установлена в рамках проекта «Мой двор». Жители участвовали в общественном контроле на каждом этапе строительства. Раньше площадка была разбита, асфальт был тоже разбит, покрытие. На каруселях тоже было очень трудно кататься, потому что и дети тоже с них падали. Сейчас площадку полностью обновили, есть хорошая песочница, есть качели. Детям очень интересно тут играть, кататься. Все время хотят на площадку с пандой. Спасибо большое за обновление. В ходе проверки каких-либо нарушений не обнаружили.